Тимиртаусам должно стать легче дышать. На металлургическом комбинате запущена система пылеочистки. Приглашаем наших гостей к почетному запуску нашей новой газочистки. По расчетам, с введением системы пылеочистки за вращающейся печью в цехе обжига известняка выбросы доломитовой пыли снизятся с 750 кубических метров до 45. В год, по расчетам, система будет собирать 500 тонн известковой мелочи, которая раньше вылетала в атмосферу. Теперь должна собираться и возвращаться в производство. Фильтры здесь стояли и раньше, но они полностью выработали свой ресурс и практически не чистили дым. Проект строительства новых был начат еще в 2008 году. Но остановился из-за нехватки денег у предприятия. Ведение серии экологических проектов рассчитано до 2017 года. Сегодня вы видели, что сначала при запуске дымососа сначала пошел черный дым, затем включили электрофильтры, и труба стала абсолютно чистая. Мы надеемся и уверены в этом, что, значит, выбросы после электрофильтров будут значительно меньше, чем 50 миллиграммов, что сегодня соответствует всем казахстанским нормам.